нам, в принципе, удавалось то, о чем мы договаривались, что мы нарабатывали. Вот. Конечно, хочется еще больше остроты, еще больше таких моментов ярких. Вот. Ну и, конечно, еще больше хочется, чтобы вот когда соперник добавляет в силу того, что он хочет отыграться, а ты уже понимаешь, что у тебя есть фора два мяча, и тебе хочется как-то поспокойнее этот матч играть, а соперник не дает тебе спокойно играть. Хотелось бы, чтобы в этих ситуациях, ну, мы лучше распоряжались мячом, вот, и чтобы у нас, ну, вот такой суеты не было, такой поспешности не было, чтобы решения были более разумные. Вот. Особенно в тех случаях, когда мячом владели мы. Ну, так. Пожалуйста, вопрос. Что с Тардели? Тардели, я думаю, ясность наступит окончательная завтра, но по предварительным прогнозам он не сможет, вероятнее всего, играть вот в ближайшие игры. Жаль, потому что я думаю, что Тардели сегодня мог сыграть так, как он до этого никогда не играл. Он, в принципе, набрал, вот, понял партнеров, вот, стал понимать их лучше, так будем говорить. Мы ему в связи с его индивидуальными особенностями так несколько функций изменили. Вот, и в товарищеской игре с Минском он выглядел, мне кажется, очень хорошо, хоть не забил.